Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. После нашего предыдущего ролика о беседе между азербайджанским блогером Фархадом и армянином Робертом, мы получили множество вопросов зрителей о дальнейшей судьбе этого армянина, которого многие стали называть по-свойски «Робик». Мы попытались связаться с Робиком, но, к сожалению, после того видео он больше не выходил на связь и не был онлайн. Как мы и говорили в предыдущем ролике, если с Робиком что-либо случится, то его кровь будет на руках тех, кто выступает против правды. И мы нисколько не удивимся, если после того видео Робика убили. А если он говорил правду, и что спас азербайджанскую девочку от изнасилования армянами, то он станет первым в мире армянским шахидом, свидетелем, мучеником, который пал от рук армян за Карабах, за Азербайджан. Но, к сожалению, мы не можем узнать судьбу Робика, так как в Ханкенди, откуда сам Робик, не действуют азербайджанские законы и конституция, несмотря на то, что согласно международному праву, Ханкенди – это юрисдикция Азербайджана, и никто не будет его там защищать, ни миротворцы, ни закон. Так как там действует оккупационно-террористическое правительство в лице президента без государства Араика Рутюняна, который заслуживает, как и Кочеряны и Сарксяны, либо по милости суд и пожизненное гниение в тюрьме за геноцид мирных жителей и детей, либо по справедливости публичную смерть через повешение как военных преступников на главной площади города Ханкенди под азербайджанским флагом. И это не жестокость. Жестокость – это Ходжалы. После предыдущего видео мы столкнулись с огромным негативом в сторону армян как нации в целом, и что мира и дружбы между армянами и азербайджанцами никогда не будет. Когда-то наши предки также думали о нацистах, но в итоге нацизм был осужден, а военные преступники повешены. Время прошло, и никакой вражды не осталось. Такой же мир наступит, когда то же самое произойдет и с нацистским режимом дашнаков. Также в прошлом видео многие говорили о том, что Робик был единственным хорошим армянином на свете. Но мы докажем, что он не единственный. Не все армяне заражены смертельным вирусом под названием Дашнак Сутюн. Возможно, после предыдущего ролика Робика убили. Мы не можем этого знать. Но у нас появился новый герой нашего ролика. Новый Робик. Его имя Ишхан Вердян. Ишхан, так же как и Робик, живет при армянской власти. И мы нисколько не удивимся, если он также пропадет после этого видео, как и Робик. Но он прекрасно знает, на что он идет, когда говорит правду. Он знает, что плата за правду – кровь. И уже за это его можно уважать как мужчину, как человека, как армянина. Что ж, желаем всем приятного просмотра. Никол Пашинян. Николь Пашинян, твоя бархатная революция была неполной. Ты сделал революцию, но ты не завершил ее. Ты основную проблему нашей страны не решил. Ты не решил проблему нашей страны со своими соседями. Ты не снял рисков с наших детей, которые за тобой пошли, которых ты оставил там. Моему народу надо, чтобы он свою землю развивал, а не другие чужие города грабил и уничтожал. Вы знаете, что с каждым днем, как вы не принимаете это решение, это все, весь позор размазывают на армянском народе, это все остается. Вы знаете, в конце армяне будут платить за все это. Дела уже пошли в европейские суды. Это сделал не армянский народ, это сделали подонки, которые возглавляют армянский народ. Это сделали военачальники, которые своих свиней держали в мечети. Что это такое? Это сделали подонки. Это сделали преступники военные. Это сделали убийцы и людоеды, которые прикрываются своими генеральскими формами и своими армянскими фамилиями. Вы должны их судить и вы должны их выдать Азербайджану. За все. Вы должны их все у них отобрать и оплатить. Все зло, которое было совершено в Ахдаме. Вы видели Ахдам? Что это такое? Заключите мирный договор с Азербайджаном. Примите территориальную целостность Азербайджана. И все, закончим. Этот ад закончится. Сразу закончится. Единственные враги Армении, это которые внутри Армении, это которые все это 30 лет делали, вы тоже станете автоматическим врагом нашей страны, если ничего не измените, если так в этом же темпе будете продолжаться. Если вы не будете вещи своими именами называть. Если вы не будете нас говорить, что да, Карабах это Азербайджан, да, Шуша это Азербайджан, да. Я знаю два врага Армении. Три. Роберт Кочаян, Сет Сарксян, Виталий Баласанян. Вот эти трое. Вот только они, два врага, и Армении, и Азербайджана. Именно они нас грабили 30 лет. Они все у нас отобрали, все наше имущество они отобрали. Они загнали нас в кредитные долги. Они сами стали миллиардерами. Но сегодня этот сукин сын опять претендует, этот Роберт Кочан опять претендует на политическое будущее в Армении. Он говорит, я буду участвовать в выборах. Вы понимаете, этот сукин сын, он должен грызть решетку в тюрьме. Пожизненно.
Многократно пожизненно он должен сидеть и гнить в тюрьме. Но он сегодня в Армении заявляет, что он собирается участвовать в каких-то там выборах. Какие-то силы в Армении, известные силы. Пытаются опять это нам навязать, что да, это была родина, что Никол Пашинян сдал родину, он сдал земли своей родины. Знаете, уважаемые азербайджанцы, давайте сделаем так. Если эти скотины считают Ахдам или Физули своей родиной, давай пускай они переедут к своей родине, к вам, то есть в Азербайджан. Там уже с них уже вам будет чего с них спросить, да, вот с этого Кочаряна, с этого Саксяна, со всех остальных подонков, которые все это с нами сделали, все это нам на голову, весь этот ад обрушили. Вот у вас, я думаю, будут большие вопросы, на которые они не найдут ответы. Вот эти подонки должны быть осуждены, во-первых, в Ереване, во-вторых, в Азербайджане. Может, даже объединенным судом, когда у нас все будет в порядке. Я надеюсь, что настанет этот светлый день. Надеюсь я всю свою жизнь могу для этого положить, чтобы этого достичь. Этот светлый день, когда народ Армении и Азербайджана поймет друг друга, когда этот бардак, этот ад закончится, и можем уже спокойно, объединив усилия, судить всех, кто в этом виновен. Кто виновен во всем, что произошло, от начала до конца. Вот тогда мы можем найти все ответы, ребята, все ответы, все, что нас интересует. Мне часто говорят, что надо вот что-то вот это признать, вот это признать. Нет, ребята, надо просто найти языки общими усилиями, наказать всех, кто в этом виновен. Вот моя позиция. Я думаю, что Армения вообще даже не подумает над тем, чтобы как-то скрывать этих преступников, этих убийц, которые с нами, с нашим народом делали то же самое, что и с вашим народом. 30 лет они нам жизнь отравили, 30 лет они, вы понимаете, они 30 лет нам жизнь отравляли вместе всем, нам всем, они жизнь отравляли. Из-за своих грязных игр они наших детей на смерть посылали каждый раз. А свои дети миллионеры, миллиардеры, не знаю в каком, во всех богатых странах у них замки есть, я не знаю, что еще у них есть. И сейчас эти подонки все еще продолжают играть в эту игру, все еще продолжают сеять ненависть между армянами и азербайджанцами, все еще продолжают пугать азербайджанцами и армян, понимаете, продолжают вами нас пугать. Эти придурки продолжают свое грязное дело, они надеются, что это армяне этому поверят, и это будет продолжаться еще должно. Им не хватит, понимаете, этим сукиным детям этого не хватит. Все, что было 30 лет, им не хватит. Я тогда предупреждал всех, армян предупреждал, что это будет именно так, что любой человек, находящийся на территории, международно признанной территории Азербайджана, любой вооруженный человек в любой момент может оказаться в статусе террориста и может быть спокойно убит. Я даже не говорил, что они будут посажены как террористы. Я думал, что они будут убиты. Потому что статус террористов видит уничтожение террористов. Да, как бы в мире не принято церемониться с террористами. Лично я считаю, что все армянские силы должны были быть выведены из Карабаха, из вообще из всей территории Азербайджана, которая международно признана как азербайджанская. Вот именно вот после этого подписание этого мирного соглашения, надо было их всех вывести. Почему они не были выведены, мне непонятно. С какой целью они там оставлялись, мне непонятно. Есть ли какой-нибудь контроль над ними со стороны Армении, мне непонятно. И это никому непонятно, официально никто никаких объяснений не дает. Все зависит теперь от азербайджанской стороны, как они будут принимать этих людей, как они будут с ними обращаться. Я, это, знаете, с точки зрения закона, в этом ничего предосудительного нет. Если бы армяне, смотрите, если бы в каком-нибудь из нашем городе, допустим, в Сереване, вооруженные люди удерживали бы этот город, их бы тоже армяне сосчитали террористами и уничтожили бы в случае надобности. Понимаете? Вот зеркально такая же ситуация. Я хочу, армяне, ребята, я хочу дать конкретные пояснения, да, что творится сейчас. Те военнопленные, которые были до войны, их вернули все. Ну, то есть объявляется то, что все, давайте будем считать, что всех вернули, и наши, и их. А те, которые остались после войны, вот они уже выпадают из статуса военнопленных, потому что официально никаких военных действий там не будет, там не ведутся никакие боевые действия. Не все люди, которые там остались, это преступники с точки зрения Азербайджана. Это люди, которые находятся на их территории, вооруженные. То есть тут все однозначно. И тут с этим мы ничего не можем делать, понимаете, Армения? Ничего. Это никакая международная организация нам в этом не поможет. Никакие договоренности, ничего то это не решает. Это все остается на воле только и только Азербайджана. То есть судьба этих людей только в руках руководства Азербайджана. А ответственность за этих людей лежит только на военно-политическом руководстве Армении. Лежит только на тех людях, которые этих ребят туда послали. Эти шакалы убедили всех армян, что вот этот Карабах, этот Ахдам, Физули, вот это все является родиной армян, понимаете? Они наших солдат посылали туда, чтобы защитить эту родину. То есть ваши города, ваши армяне, азербайджанцы, ваши города армяне защищали от вас.
понимаете, эти солдаты. Но они же не виноваты. Солдат же, знаете, сейчас солдат же, он когда идет, и когда его призывают, он ответственен только до военкомата. Дальше он уже не знает, куда, и куда его увезут. Его грузят в автобусе, в кузов автомобиля, куда-то везут, понимаете. А где он выйдет, какие там задания ему дадут, это уже вне его зависимости. Он солдат, он пошел, пошел, его призвали на войну, все, ребята. То есть это же, они же это как делают? Они говорят за родину. Они нам представляют родину, что угодно говорят, вот это ваша родина, надо это защитить. И солдат идет защищать. Солдата не забирают на войну со словами, пойдем отберем земли от Азербайджана, или пойдем защитить Ахдам. Они говорят, пойдем защищать родину. Эти скотины надевают одежду родины на любую вещь, понимаете? Они называют родиной и заставляют умирать наших ребят. Даже не, ребята даже не задумываются, что никакой родины там нету и не может быть. С точки зрения нашего военного и политического руководства, которое за родину, вот так говорило, за родину этих ребят посылало туда, а теперь этим ребятам грозит сроки за терроризм. То есть фактически защитник родины превращается в террористов. Вот как армянское военное политическое руководство бережется о своих людях. Оно призывает защищать так называемую родину, и защитников этой родины оставляет в плену, которым всем грозят пожизненные сроки за терроризм. Надо немедленно признать территориальную целостность Азербайджана, немедленно, и вывести оттуда все войска. Хватит уже гадить своим соседям, хватит уже. Бессмысленно гадить. Каждый человек, который там остался, это потенциальный террорист. С точки зрения Азербайджана, вы ничего с этим не сможете сделать. Нет ни одного рычага влияния на президента Азербайджана, чтобы этих людей как-то спасти, вывести, не знаю, статьи смягчить, обменять или что-нибудь сделать. Вы и военно-политическое руководство Армении их оставило на произвол судьбы. Единственный шанс вывести этих людей, это нормализовать соотношения с Азербайджаном. То есть прекратить этот цирк, признать территориальную целостность, признать международные законы и дать полный контроль над всеми территориями Азербайджана, получая взамен любые гарантии безопасности гражданского населения этой страны, армянских людей. Другого варианта вызволить наших ребят нету. Между Азербайджаном и Арменией экономических связей ноль. Вот столько. Ноль экономических связей. То есть, это непаханное поле, это можно все, что угодно делать. Это не знаю, бизнес, перспектива, не знаю, да плюс бесконечности. То есть, можно все делать. Там ничего нету, ребята, на этом поле ничего не растет. Там все, что ты там кинешь, это разрастется огромным деревом. То есть, у нас сейчас есть невероятный потенциал скачкообразного роста экономики и Армении, и Азербайджана. Скачкообразного роста. Я еще не говорю о Турции. Понимаете, я еще о Турции, о возможности Турции я не говорю. Сейчас в Армении кто тормозит с принятием решения признания целостности Азербайджана и заключения мирового соглашения, этот человек идет против развития Армении, но идет против развития армянского народа, враг Армении, враг армянского народа. Каждый человек, кто против этого, он враг Армении. И никакие оправдания тут не работают. Никто не может сказать, что ты знаешь, вот матери только-только положили, как ты можешь о мире говорить? Вот эти матери, вот они, знаете, я был в контакте с этими людьми, они мне, единственное, что они мне говорят, почему вы раньше молчали? На что я не могу им ответить ничего. Вы говорите о людях, которые ранены, о которых кровь пролилась. Вы думаете, они захотят повторить это? Вот тот, это мне в комментариях пишет, что типа ты о наших парнях не думаешь. Вы думаете, эти парни хотят это повторять? Вы хоть сразу в жизни на войне побывали? Вообще знаете, что это такое война? Это, знаете, как Армения будет свести? Как Армения... Вот мне тут пишут, ставишь, как это у нас по-армянски, язык в рот врага. То есть от имени врага разговариваю. Придурок, скотина, идиот, нету врагов. Придурок, нету врагов. Я не знаю, кто ты. Я тебя найду, забаню. Нету врагов. Враги были до войны. Враги были во время войны. Сейчас врагов нету. Хватит нашему народу врага подставлять. Нету у нашего народа врага. Или не там вы смотрите. Вот ты есть наш настоящий враг на моего народа. Вот ты, придурок, ты, скотина, сукин сын. Вот ты наш, ты вот все наше будущее под вопрос ставишь. Говорят, что откроют границы с Турцией, турки придут. Вот я слышал такое. Турки придут, и все заполонят, и все тут все отнимут, и все вот такие идиотские вещи. Они не понимают. Вот люди должны представлять себе, да, что они говорят о турках. Они должны представить себе, как живут турки вообще, что они, какие они получают зарплаты, какие они получают пенсии. С 55 лет они мечтают уйти на пенсию, чтобы отдохнуть. Они не представляют жизнь в Турции. Они не видели этой жизни. И то есть, как это возможно, чтобы после такой жизни вдруг турки захотят приехать в Армению, чтобы что сделать? Ну, обеспеченные люди в Турции живут спокойно себе, богато живут. И они вдруг решают поехать в Армению, чтобы что сделать, скажите, пожалуйста? Чтобы получать $100 зарплату и пахать 12, 13, 14, 15 часов в сутки. Для этого они придут в Армению. Из богатых стран бедные не едут, дорогие армяне.
из богатых, из бедных стран богатые едут. А Армения по сравнению с Турцией, это беднейшая страна. Поэтому это бред. Турки, если и приедут, только с инвестициями, потому что в нашей нищей стране ничего нету. Надо все делать, создавать с нуля. И турки, если приедут, они будут это создавать с нуля. Они будут строить заводы, фабрики, не знаю, там фирмы открывать. Законные фирмы в Армении будут платить, будут платить налог армянам, нам. От этого налога нам потом будет хорошо. Будут подчиняться нашим законам и дадут работу нашим безработным людям. Допустим, одну фабрику в одной деревне откроют, вся деревня засветет как без проблем. Вот что произойдет, если турки придут в Ереван. Армяне и турки очень похожи. Армяне и азербайджанцы совсем как две капли. Вот это так потрясающе. Люди разных языков, разных вероисповеданий, но одной и той же культуры. Это совершенно потрясающе. Такого нету в мире, нигде нету, чтобы такие разные народы, и у них культура была такая одинаковая. У нас все одинаково с вами, азербайджанцы. Все. Мы любим одни и те же вещи мы любим. Одну и ту же еду мы любим, одну и ту же музыку мы любим, одну и то же кино мы любим, время мы любим проводить одинаково. На свадьбах мы одинаково любим танцевать и кайфовать. То есть все у нас одинаково. То есть нам, если вот эта непонятная, идиотская, совершенно ненужная вражда закончится, мы с вами будем жить, я не знаю, лучше в мире, лучше всех в мире. Лучше всех. Кто ты такой вообще, Замин Бахшов, спрашивает. Я вообще никто, понимаете, господин Замин Бахшов. Ну, совсем, вообще никто. Ну, то есть у меня нету ни политического веса, у меня нету ни... Я один человек, один единственный человек. Меня никто не помогает, из своего окружения не поддерживает. Никак, от слова совсем никак, понимаете, совсем никак. Я каждый день иду на работу, чтобы на завтра у меня моего ребенка, мою семью прокормить. Если я завтра не пойду, на следующей неделе мне нечем будет кормить своих детей. Меня все это достало уже, понимаете, достало. Вот тут это сидит меня. Ну, 21, ну как можно? Нет, вы понимаете, со своими вот с этими мыслями я бы мог спокойно получить политическое убежище в любой стране мира. Вот прямо вот сейчас я мог бы уехать в любой стране мира. В Азербайджане, в Турции, не знаю, там, в Америке, во Франции. Где я хочу, мне дадут, и я буду всю свою жизнь ни о чем не думаю. Я и вся моя семья. Но я этого не хочу, потому что весь мой народ будет продолжать жить в этом аду. Все мои друзья, все мои близкие, все. Я очень люблю армян. Такая прекрасная молодежь вырастает сейчас в Армении. Такие они все молодцы. И они все будут в этом аду продолжать жить, понимаете? Я этого не хочу. Не хочу этого позволить. Я делаю все, что в моих силах.